Соло выживание. Да-да, я знаю, вы уже соскучились. Ну вот, для вас я постарался и сделал ролик аж на 30 с плюсом минут. Заслуживает лайкоса? Ах да, у меня есть группа ВК, в которой проходят стабильно розыгрыши, и появляются всякие мемасики, анонсики и так далее. Оформляйте подписочку и следите за новостями. Ну, если вам это надо, конечно же. А еще, нам осталось всего 3000 подписчиков до 70. Осилим? Приятного просмотра! Как я люблю глобал вайпы, когда нету чертежей. Все снова изучать, но в принципе, это я люблю. О, базуку изучить, берданочку изучить. Ну, я думаю, будет весело. О, тут СЛРочки уже стреляют, да. Глобал вайп был, держу в курсе. Я хочу узнать, где он стреляет, и построиться прям в наглую возле него. Потому что это ЛРочка. Так, мы ставим сюда меточку. Крафтим лук по пути. Блин, крестик еще не залагал. Ни разу. Это реально они зафиксили? Ничего себе, я в шоке. Спустя некоторое время, буквально почти год, или два даже, они смогли зафиксить крестик лагающий. Что ты там прыгаешь, дядь? Где твой дом? Его дом, наверное, вот эта железная махина стоит. По-любому это его дом. Блин, а нифига тут пацанов. Раз, два, три. И они, наверное, все вместе. Я зря этого пацана не убил. О, их четверо. Минус. Там драка. Так, тихо. Тихо, Димас, не палимся. На. А я умею быстро лутать, а вы нет. Ха-ха. Чувак, я чуть-чуть украл, честно. Пацаны, отстаньте, я мирный. Я вообще никого не трогал. Ну зачем он за мной бежит? Мне страшно. Ну и что, много получили с меня? А, дружок, много получил? А ты? За кирку тебе спасибо. И за штанишки модные. Все, пока полежи. Не вставай только, брат. Отдыхай. Вот. Нормально. В принципе, уже неплохо. И там у нас, значит, клан какой-то живет, да? Но я люблю кланы, которые живут возле заправки. Я думаю, это будет весело. Какое место прекрасное, наверное, было. Если бы не эти домики. Ревик сразу на изучение можно пустить. Хм. Вон тот остров, конечно, очень интересный. Там даже конь есть. Но перерабатывать, плавать постоянно, сюда бегать, не. Так, будем ныкать шмот. Наверное, пока где-то здесь. Неприметный камушек. Так, газстейшн, горочка. Прекрасный вид. Хорошие соседи. В принципе, мне нравится. Хоп. Ну вот, в принципе, бункер готов. Секретная база от Димаса построена. Очень долго разрабатывалась. Вот, ставим вот сюда шкаф. Так, неправильно, вот сюда шкаф. Потом мы сделаем одну интересную вещь. Потом мы вот сюда треугольничек поставим. И все. Вот у нас вместительный супер-мега-топовый домик готов. Минус один. Минус второй. А чё вас так много, чуваки? Не забирайте мой лук, пацаны. Не надо. О, я умер. Я умер. 100% умер. Меня рассекретили. Как они меня нашли? Я же прятался. Оу, ноу. Оу, ноу.
Ну, куда ты убежал, дружок? О! Ну, это читы. Офигеть вас тут, ребят. Как-то маловато. Давай тоже домой заходи, и все, и я убегу отсюда. Офигеть, один чувак пострелял, все. Все выдвинулись. Вау, вау, вау. Пацаны, я сейчас всех убью, смотрите. Там один, там двое. Мы сверхскилловые, мы их зажмем. Нас всего четыре. Тут какая-то битва намечается лютая. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Короче, 4-4 намечается. И я последний герой. Вы стреляйте, стреляйте, все, потом вас полутаю. Че вы? Не прекращайте. Ну нет, ну чувак, ну как так, а? Я не особо расстроился, ведь это было начало выживания, и я отправился выбивать какие-то пушки у других уже ребят. Не понял? О, у меня стрел нет. О май гад, мин. God damn. Oh. Good job. Ну, пацаны, намечается жесткая бойня за этот остров. Правда, у этих пацанов больше шансов победить. Потому что я один, а их 8. Может, даже больше. Может, 10. 70 скрапа. Блин, как раз бы изучил все. Чего? Ого, чего? И выпивать не пришлось? Серьезно, первый раз в моей жизни? Берданка? What? Надо 125 скрапа насобирать и сбегать, наверное, все-таки. Изучить ее сразу. А где можно изучить? На аутпосту, блин, нет, это далеко. Я ему голову дал. Ну да, это пацан с этой базы. Ничего удивительного. Я могу рискнуть попробовать убить 6 патронов его. 6 патриков это либо 2 башки, либо ничего. А вот и 2 башки. Еще один минус. Ой-ой-ой-ой. Конечно, спасибо, но Томпсон мне уже не нужен. За мной трое бегут. Так, делаем вид, что мы бомжары, крафтим стрелы.
И мне кажется, надо съезжать отсюда. С них я нормально поднял. Там типа окна-переработчики. А мне металл нужен. Не, ну я, конечно, могу и на Харбор сбегать, да? Я как бы не гордый. Что это за спальники такие интересные? Сори, брат. Я тоже бомж. Мне сейчас тоже все нужно. Ну вот, две железные дверки у меня сейчас будут. Шикарно. Работники века. А ну-ка, давайте на меня, ребят, идите. Мы сейчас с вами поиграем в игру одну интересную. Ха-ха. Вот это вы сильные. Окей. Минус 3 дал. На самом деле, я знаю, что надо делать с такими ребятами. Агрессивными. Не понял шутку юмора. Вот теперь понял шутку юмора. Меня убили мои соседи, но я видел то, что они что-то перерабатывают на заправке, и я решил туда к ним вернуться. Ночь я люблю, там челик перерабатывает, и я хочу пойти его убить. Он, походу, не один. Походу, там трое или два. Ну, в принципе, я их не особо боюсь. Он до сих пор там на переработчике. Прикольно, прикольно. Кстати, голос очень знакомый. Очень знакомый. Сверхзнакомый. Такое ощущение, что это один из постояльцев моего отеля. Надо будет сейчас пойти нити чекнуть. Ну вот, я вернул свою берданку. Плюс 100 скрапа. Блэк какой-то тост. Ну тот челик мне не нравится, который стоит. Ага, и вот второй бежит, понял. Можно подбайтить и навыбивать с них миллион шмота. Правда, сейчас день, и убежать я не так смогу быстро, как тогда. Они просто бомжей гасят. Он меня не увидел. Он меня не видит. Get the grenades. Окей,
Сильные пацаны, согласен. Не, невозможно их вывести, потому что их очень много. You need to run. Why? No! I'm gonna get you with my sword. I will get you. No! Bro! I'm very friendly. No, you cannot. Come here. No. Come here. No. Come here. Yes. You want to kill me? Okay, Bri, killed me. Okay. For you. Why? Да, я был прав. Очень знакомый голос — это голос Брай. Это первый постоялец моего отеля, который я строил в прошлом вайпе, если вы помните. Даже как-то досадно, что мне придется в этом вайпе с ними воевать. Но с этим ничего не поделать. А ведь я пытался наладить отношения. Не сказать, чтобы у меня в планах был рейд их базы. У меня в планах было просто покошмарить их в этом вайпе. Но, конечно же, я этим решил заняться сразу после обустраивания своей крепости. Изучаем Ревик. Изучаем Берданку. И Патрик. Ой, как раз патрон смогу изучить на Ревик. Класс. Я что-то не понял, что тут рейдят? Так это моего соседа выселяют. Давай, ломай дверку. Я пока просто посижу. А там хоп и гаражка, да? Вот это поворот. Ну, 70 скрапа мне не помешает, при том, что я могу пайпуху изучить. Либо же на второй верстак уже копить. Мне осталось совсем немного нафармить на второй верстак, я погнал искать скрапчик. Ладно, все остальное можешь себе оставить. Hands up, boys! One dead! One more dead! Фу, это бот, я думал, тип уже выскакивает из-за куста. Жесть. Моя любимая свалка. Стенка. Стеночка. Где этот красавчик, который топал? А вот и он. Don't shoot me, man. I got nothing, man. I'm just scrapping iron. Don't be a pool boy. I'm just a melody. I'm take it only same as buddies, you know. Man, you are so cool, man. Do you got some cloth so I can make some pants? I got a chilly tingle. Good luck, boy. Nice try, dude. Ну, неплохо. Так, надо печки заправить. У меня есть еще металл? Металла у меня мало. Очень мало. Зато у меня есть теперь компонентики. Как у меня тут все удобно, просто максимально удобно, я бы сказал. Так, у меня тут есть костяные стрелы, они немножко интереснее. Блин, дроп на меня прям скинул. Хм. Сам такой. О,
О, Чизи, я извиняюсь. Или как там? Чизи, да, какой. Не очень хороший. Да, что? Плохой. Ладно, братан, прости. Откисает. Прости, я был не прав. Это было бы. Все нормально. Чизи, брат, не убивай нас. Мы это, мирные, да, любим аниме. Чизи, стой! У меня есть к тебе просьба. У меня есть классные соседи, которые просто невменяемые. Где? Просто, они сидят у меня под дверью по КД. Ты моих соседей просто не знаешь. B10? Прикольно. Такая галочка. Да. А у меня тут целая кванина живет из 8 типов. Алинка, что, твоя подруга? Нет. Да, я ее подружка. Глазотиню. Да-да. Против плана воюю. Короче, самое интересное, что... О, бегите! Да почему я-то? Ну почему я? Чизи, спасайте, куда убегаешь? Тебя. На, иди сюда. Еще хочешь, да, с композитки? Иди сюда. Короче, господа интернет-автоматы, растеры, всем привет. Всем привет маме, папе, дяде, бабушке. Короче, люблю всех, обнял. Тут, по-моему, кто-то крадется, слышишь? Или мне показалось? Так, могу кому-то ревик дать. Кто не изучал еще? Чувак, у меня все изучено. Все изучено? Даже я калаш? Гоняю, давай мне. Изучено. Давай мне. Мне даже давай. Даже калаш. На. Даже калаш. Даже калаш. Блин, вот слушай, нормальная тема, надо будет потом скрафтить. Ну понятно, ладно. Угу. Да, удачи тебе. Не понял сейчас. Че ты там сидел? V10. Ну это, кстати, недалеко от меня. Ну, кстати, дроп такой хороший. 50 МВК, спас, СМГшка. 23 картечи, ничего себе. Хотя на самом деле я могу и СМГшку взять, что мне ее сейвить. Я умею берданки делать, с СМГ я не особо люблю. Только надо будет патронов побольше накрафтить. Где моя СМГшка? Вот моя СМГшка. Я не пойму, у него, по-моему, питон или ревик, арбалет, двушка. Вон второй тип на переработку пошел. Ну, это моя остановочка. Вау! Вот это залетело. Там теперь двое сидят. И ты держи. Там еще один.
Угу. Давай, давай, постреляй, дружок. Вот так вот на изи просто развалил типов. Не почувствовал. Шприц на изучение принесли, просто молодцы. Они по-любому сейчас пойдут меня искать. Но я как Слендермен, меня не найти. У меня столько места дома нет. Это жесть. Так, вот сделаем. Возьмем с собой лучшую СМГшку. Фигово то, что у меня до сих пор нет второго верстака. Хорошо. Какой умный парень. Не, буду их отводить из своего дома. Давай, ты хочешь драки? Иди сюда. Чего? Чё ты сказал? Your English is so beautiful, my friend. Отдам. Я что-то не понял. Откуда здесь одни русские? Держи. Я сам думал, что я умру. За мной три типа гналось. На, держи. Может, нужна? Да, тебе тоже. Чё там, как дела? Ты чё, только стартуешь, что ли? Ну, я могу поделиться с тобой чем-нибудь. На. Пойдем, может, кого-то убью еще по пути. Левики слышал? Погнали туда. Все, минус три. Ты живой? Лутай, лутай. Вот труп валяется. Лутай там, что-то есть вроде. Пошел в жопу. Чизи. Эти ганты сидят у меня под Я их убил, я их убил. Не ссы, все. О, я знаю, что тебе подарить. Стой. Так. Ого. Это типа... Я выхожу такой. Выхожу такой из дома. Чувак фармит. О, нормально. На шмотки, может, нужны? Опс. Fuck you, man. Thanks, my dick. Thank you. Хе-хе. Вот это, конечно, поворот. Вот так вот композитный лук, в принципе, решает. Бах, и все. Минус хазмат. Плюс 70 скрапа. Ну вот я и дома. Неплохой заход. Очень даже неплохой. Помог тому пацану помог. Чисто наемный убийца Дмитрий. О, у меня уже 400 скрапа есть. Это отлично. Срочная отправка. Очень срочная отправка. Тут плывет Каргич. Сори, братик, но мне надо проехать. Оп. Просочились. Ой-ой-ой, так их там много. Их там минимум трое. Не, смысла нет. Зато я могу побегать, поутать дороги. Вау. А вы сильные? Наверное. Там еще один бежит.
Спиди, привет. Да, в смысле, а чё ты упал? Потому что вас, наверное, было пятеро, не? Не? Не пятеро, да? Да не, я один пришёл. Ну-ну. Там мне не надо, спасибо. У меня много всего. На карго 4 типа, я один. На карго 4 типа сидят. Ты думаешь, есть шанс? Есть смысл? Держу в курсе, они готовы к этому. Кстати, там сзади ваш тип бежит. Смотри, там еще... Мы потеряли бойца! Конечно. Убили. Всех убил. А, мы потеряли бойца, да? Слушай, нормально. Две берданки. Мы можем это самое... Если у них много топлива в лодке, мы можем... Там еще одного полутайте. 70 топлива. У меня тоже много патриков. Так, смотри, на, держи топку, я скидываю в ящик. Пока я развлекался, убивая каких-то типов, мои соседи начали активный поиск моего дома, дабы меня зарейдить. И начали рейдить все в округе. Это возле меня прям бахают. Ничего себе. Давай, вылезай, жиробас. А вот и эти рейдеры идут. Офигеть, там толпа за мной выдвинулась. Мне кажется, кому-то сейчас будет бобо. Ёлки-палки, сколько вас тут, господи. Офигеть. You so bad. Это жесть. Это просто жесть. Их очень много. Я вышел с этого сервера буквально на пару часов, и как вы думаете, меня зарейдили. Я думаю, вы уже догадались, кто это сделал. Но как мне кажется, с задачей достать их я справился на отлично. А что вы думаете?